Ехали они, ехали, значит, и пробило, ну, им колеса, и, значит, стекла, двери, окна. Так, сейчас еду, сейчас в участок домой еду. К брату своему еду, блин, сейчас. Да, погодка топчик сегодня. О, нет! Нет! Мой брат умер! Нет! Я тоже умер! Я забыл, что говорить мне. Ты не попал в заправку, дебил. Раф плюс. Раф плюс. Да подожди, дурак, блядь. Ну дебил, блядь, ну раф плюс, нахуй. Дурак, блядь. Не знал, когда говорит-то, придурок. Ёбаный в рот, давай на счет 3, блядь, и все. Давай, раф плюс. Безразмерный тайник! Выбираемся из конуры. Без рекламы. Этот пес не продается, это твой текст, дебил, блядь. Пролистываемый виджет любит гоняться за прокруткой. Довольный щенок и его хозяин-разработчик. Без подписки ровно один платеж. Пожизненные обновления, всего 149 рублей. Открой плюс. Ссылка в описании. Привет, как ты это делаешь? Что? Ну, это самое. Что? Что это самое? Ну, приколы вот эти вот твои. Какие? Ну, вот эти вот. Ну, какие, какие? Ну, вот эти вот, вот те самые. Ты дурак, блядь? Какие приколы-то, блядь? Ты что, дебил, ёшкин кот? Нет. Ладно, история у меня тут есть. Давай. Бросил я девушку недавно. Из-за личной неприязни. Так, встречайся с тем, кто нравится, ёшкин кот. Мне нравятся парни. Но он не знает ничего. Он просто смотрит и молчит. Он не зовет меня в кино. Ну поцелуй было похоже? Не знаю, ну типа. Ладно. Ты представляешь, недавно митинг тут какой-то был в поддержку этого, блядь. Митинг? Да, да, Навального там вот это вот. Ну все, знаешь, чель туда, мусор ходит. Вот. И, значит, ну, что-то, блядь, ёбнуло там полицейских всех, типа, о, смотри, блядь, лежат, я в шоке, блядь. Вот, вот это уже знаем, это шалава один, то есть, это хуй знает, это груз 200. Вот, так вот, как вообще думаешь, вот, Янг Трэпа из тюрьмы выйдет, ну, нормально все будет у него, сколько дадут-то вообще? Думаю, опять сядет он. Думаешь, сядет, да, он опять? Угу. Ну, это, конечно, плохо. Вообще, хотелось бы, знаешь, о чем с тобой поговорить? Вот работаем, работаем тут, значит. Где профит-то какой-то? Где хоть что-то вообще? То есть, чисто, блядь, как не за хуй собачий вот работаем, то есть. Слышал, я курьеры больше получаю. Слышат это вот еще, блядь? Я курьер в Озоне, раньше сидел на Зоне, вот это вот. Девиз у них. Нет. А как же это? Я курьер в Яндекс.Лавке? Раньше носил плавки. Впервые слышу. Так вот, и типа, я думаю, что нельзя вот так вот пропадать на 3 недели, а потом выпускать какую-то хуйню, хуй пойми зачем вообще. И непонятно для чего, чисто, думаешь, можно, да? Думаю, можно. Вот. И вообще жалко, конечно, наших коллег было. То есть, ну они, ну там, которые лежат. Типа вместе. Шалава. Так нет, шалава один и груз 200 там, да. Но, блядь, коллеги нам. Так и они не коллеги, а, блядь, убили-то их коллеги наши. И коллег убили коллеги. Я просто, понимаешь, они могли вообще, как братишка Картрайт, обратно-то и не собраться. По частям бы уже их собирали, я думаю. А целые лежат. Подметила. Клавдия. Алло. Клавдия, алло, алло. Данте, Конор. Все, да, тихо-тихо, да не едь, дебил, блядь, остановись. Дебил, блядь, ебаный, остановись, нахуй. Значит,
Понимаешь, Фредерико, Феллини Прот, 77-й один. Я вот недавно пончики ел, да, значит. И, ну, бабу ебал. У тебя было что-нибудь такое? Алло. Во, вот она, винти ее, вот, давай. Ебашь ее, блядь. Это вообще, там, нарушитель ебучий, блядь. Это вообще, это полный пиздец, блядь. Что происходит? Это нахуй, я в шоке, блядь. Это вообще, это ужас полный. Бей ее. Кого? Ализон Реплей Феникс, никнейм Данте Коннор, промокод в описании. Промокод Барон. Ох, бля, и ехали они, ехали. Сейчас на улицу рощи. Ехали, блядь. Это и они приехали. Вот Си Джей, вот Томми Гавк, Томми Хоук. Вот, значит, мамы уже нету, как мы можем видеть. Понимает меня, Иуда. Где он? Где он? Большой дым? Вина, что будет паровоз. После меня, понял. Дня, вот, значит. И пытались они сделать все всеми силами, всеми меня, фибрами своей души. Вот, меня, но уже ничего поделать не могли. Меня, брат, к сожалению, умер. И много всего еще было недосказано из всего этого. Потом молодожены начали стреляться. А фильм называется? Кто из вас «Мой брат меня? Умер». Кто из вас выдаст меня? Остыть не успеет косой. Ой. Иуда. Люди ли тут как казинаки? Будто лифт или газинваген. Дорогуша, вы обознались. Мне не нужен психоанализ. Вы простите меня. Да не лагает сильно, не стреляй, блядь. Лагает, пиздец. Скажите ваши мелодрамы, ваши чники и ваши бега. Мухи бокали вина. Что будет после меня? Мультики нового дня вряд ли разделит со мной. Кто из вас выдаст меня? Остыть не успеет косой. Иуда в мемплеере. Все так. Вот. И значит, что я думаю-то вообще? Это, конечно, все, ну, замечательно, то, я что волна. У них. Ладно. Это, конечно, замечательно, то, что у них там все вот это вот есть. Но ты скажи, ты вот. По-настоящему, да, нормально, да, вот. Да. Бабу ебал? А, ну да, давай. Да это не намек. Ладно, намек. Че машина не едет? Ну там балласт. И жили они долго и счастливо. Это история настоящей любви. Блять, весь фильм одному тащить. Значит, ехали, и колеса, блять, пробило. А никто этого и не знал, что колеса пробило, а их пробило со всех четырех сторон, кроме одной третьей. Вот. И то есть, ну как-то так. Так оно все было. И вот, допустим, я когда все вот это вот смотрел, то, что там есть, то я понимал в целом, чем все это закончится, как типа со всем этим работать, что вообще делать и так далее. Но, к сожалению, ничем таким прям вот, знаете, хорошим все это не закончилось. Поэтому вот так. Вот. И значит, сейчас я сижу, думаю, что вообще можно сделать, что вообще нельзя сделать. Вот, потому что, ну и реально, сидишь, просто ждешь, смотришь, ни на что не надеешься, ни от кого не зависишь, ничего там никак не делаешь. И все, и уже думаешь, ё-моё, а как же все это сделать? Как сделать так, чтобы все это было? И вообще, типа, ну, в самом деле, все вот это вот поебень. Ебучую пробила им. И, значит, стоит вот тут вот. И стоит тут, значит, и думает вообще, типа, как так, почему? И зачем, самое главное. И тут уже появляется, значит, ну, Шалава 3.
которая, по сути, должна отвечать на вопросы предыдущих шалав. Но есть ли оно так, я даже не знаю. Иногда, конечно, оно может происходить, созидать, делать какие-то вот эти вот все прочие вещи, но важно ли это, я не думаю. И она умерла. Да успокойся, блядь, что фильм хотели снять. Конец фильма. Конец фильма!